Привет, с вами Apple Magic HD, и сегодня я вам расскажу, как поставить проценты на iPod Touch без джейлбрейка. Поехали! Для этого нам нужна программа iTunes и iBackupBot. Ссылку на iBackupBot я кину в описании. Она подходит для Windows и для Mac. Для начала мы заходим в iTunes. И здесь создаем копию. Потом мы заходим в iBackupBot. И смотрим, есть ли здесь нужная нам копия. Вот, у нас есть нужная копия, но мне подойдет и это. Выбираем раздел System Files. И вбиваем в поиск фразу, которую я опять же кину в описании. Открываем вот этот вот файл, который у нас появился в результате поиска. com.applespringboard.plist. Нажимаем Cancel, мы не будем покупать программу, мы же не лохи. И здесь мы ищем такой пункт под названием SB Recent Displays. Вот такой вот пункт, я опять же кину его в описание. И под ним, прямо под ним, набираем вот эту вот фразу. Дальше мы сохраняем все, нажимаем по вот этой вот иконке и выходим. Далее нажимаем Restore, и у нас iPod восстановится, как восстанавливался при iTunes. Как видите, проценты появились. С вами был Apple Magic HD. Подписывайтесь, ставьте лайк, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Twitter. Пока!